Всем привет, дорогие друзья! Напротив, как всегда, реальная Италия. Ну что, я вылетаю. Позади меня аэропорт Милан, Мальпенса. Называется Мальпенса. Поэтому до встречи в Беларуси. Вот я вам покажу, как двигается процесс. Аэрофлот. Какой-то там еще американский флаг вижу, израильский, итальянский, да, не австрияки, Австрия, Люганда. Вот так вот выглядит аэропорт. You also draw attention to a safety card which the gate in this program in front of you. Please review this carefully before takeoff. Ваши сидячие пассажиры собрались в сиденье салона будут неяркими. Индивидуальное сцепление находится в панели над вашим креслом. Remember the cabin light for takeoff and landing. You can use written light on the panel above your head. А занавески у нас открыты, шторки иллюминаторов. Зашпилите ремень без спики, проведите шаги кресла в вертикальное становище. Опустите подлокотники и зашлите столики. Умейте без спики все электронные прилады и мобильные телефоны, переведите в полетный режим альбо выключите. Ноутбуки и иншие электронные прилады великого помера, а так само собестеречу размер... нашей Белавии замечательной, которая проходит и поет всех соком Мадонна Ми, Мадонна Ми. Смотрите, какие красивые белорусские девушки, белорусские парни. Товарищи, друзья, это была воздушная яма. Мы еще пока живы. Ну, посмотрите, какие красивые. Уважаемые пассажиры команды Рубюшина будут шпилить ремень, пролетают зубы турбулентности, колеса хотите вам место, на каком канале? Ladies and gentlemen, the cabin is switched on the fastest and both sides when you cross the turbulence zone. Please take your seats and fasten your seatbelts. Thank you. Какими-то штучками, не знаю, что это такое, похоже на ньокки итальянские, а что это внутри, ну, в общем, понятно, да? Так, это одно. Открываю, дорогие друзья,
вот набор. Салат типа с огурцами. Что-то тут сладкое такое вот. И булочка. Ну, конечно, дорогие друзья. Все скромно у нас, как всегда. Но не дают умереть с голода, скажем так. Не дают умереть с голода. Так, отключаюсь, дорогие друзья. В Белаве у нас сейчас вот такими вот васильками украсила и костюмы стюардесс, и вообще самолеты тоже. Вот васильки у нас представлены на нашей авиалинии. Отключаюсь, дорогие друзья. Не дал умереть с голоду. Спасибо, Белаве. Грация, спасибо.